Звездный исполнитель Валерий Леонтьев, как и многие его коллеги-артисты, принял участие в музыкальном марафоне «Песни года 2018», а после выступления сделал шокирующее заявление, заставившее заподозрить певца в желании завершить карьеру. Не секрет, что в следующем году исполнитель отметит 70-летие и по этому поводу даст большой концерт в Кремле. Шоу получило название «Я вернусь», сам же Леонтьев, судя по его словам, совершенно не горит желанием никуда возвращаться и вообще подумывает о том, чтобы больше не выступать. «Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно? Очень устал, буду просто лежать», цитирует Леонтьева портал Дни.ру. Не совсем понятно, говорил ли певец серьезно или просто в сердцах высказался о наболевшем. Фанаты вспомнили, что лет 5 назад артист признавался, что иногда у него и правда появляется желание бросить сцену, но после непродолжительного отдыха он вновь возвращается к концертам и гастролям. По словам Леонтьева, у него не получается делать перерыв больше месяца. «Напился уже до такой фазы в своей жизни, что уже и остановиться не могу. Решил держаться до конца», заявлял артист. Беспокоит поклонников и здоровье певца. Этим летом Леонтьеву стало плохо на концерте в Туле, а потом артист едва не отменил выступление на новой волне из-за пневмонии. Кроме того, известно, что у исполнителя проблемы с ногой, некогда порванный мениск постоянно дает о себе знать.